Адреналин, риск и опасность – это профессия для смельчаков. Прыгнуть в ледяную воду с катера на полном ходу – на такое решится не каждый. Есть женщины в русских селениях. Наша героиня, ну точно сестра некрасовских декабристок. Она в прямом смысле слова и в горящую избу войдет, и коня на скаку остановит. Инна Малышева – универсальный каскадер. В ее фильмографии больше 30 проектов. Автомотогонки, прыжки с высоты, в воду и экстремальные скачки на лошадях. Этой хрупкой женщине под силу трюки практически любой сложности. Поезд шел со скоростью 16 км в час, то есть его нужно было догнать. Я была на танкетке, в платье, был скользкий пол на перроне. У нас резко, без репетиции, изменили направление поезда в другую сторону. Как постановщик трюков сказал, благодаря моей физической форме я ускорила темп и поменяла руки, то есть я сделала этот трюк без проблем. С детства легкая атлетика и конный спорт, потом обучение в военно-историческом клубе. Первую роль в кино Инна получила в 14 лет. Стойка на стремени, обрыв и казачий виз. Чтобы исполнить десятки сложнейших элементов на скаку, умения держаться в седле мало. Когда-то искусством джигитовки владели только казаки. Умение исполнять сложные акробатические трюки верхом на лошади они использовали не для развлечений, а в бою. Сейчас я вам продемонстрирую один из самых распространенных элементов. Это свеча. Хороший мальчик, давай. Иди, 4. Перейти на рысь или галоп, встать на дыбы, а если нужно, упасть замертво. Чтобы лошадь четко исполняла команды, дрессируют ее с 5 лет. Мы их ничем не обкалываем, то есть это именно всегда работа с лошадью. Молодец, молодец. То есть дается команда всадникам, и лошадь падает вместе со всадником. Чтобы во время таких трюков каскадер не получил травму, используют специальное казачье седло в форме подушки. А стремена соединяют с кашовкой и фиксируют под брюхом животного. Становимся к лошади левым плечом, левую ножку в стремя и подтягиваемся макушкой наверх. А потом ровненько перекидываем ножку. У Инны собственный табун – 23 скакуна. Все они не раз снимались в кино. И в эпичных сценах с викингами, и роль верных коней гардемаринов играли. Удержаться на такой лошади может даже ребенок. Дочь Инны в седле с 3 лет. Это ползунок. То есть джигитовка, она также приравнивается к акробатическим трюкам на лошади. И поперек. Конечно, в таких элементах должна быть очень развита физика. Каждый трюк – преодоление барьера. Часто не только физического, но и психологического. Именно поэтому в профессии годами работают либо смельчаки, либо авантюристы. Татьяна Балыкина, Алексей Семенов. Утро нового дня.